В новом городке продолжается ремонт здания будущей поликлиники. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья. На объекте с проверкой хода работ побывал глава городского округа Щелково Сергей Горелов. В здании началась чистовая отделка, заканчивается монтаж электрики, проведено утепление стен. Эта поликлиника станет первым медицинским учреждением широкого профиля на территории бывшего военного городка в здании, где ранее располагалась гарнизонная медсанчасть. После того, как оно было снято с баланса Министерства обороны, на объекте начались работы по реконструкции. Совсем скоро здесь должна открыться поликлиника для жителей из близлежащих домов. В новом городке довольно большая плотность населения, проживающего в многоэтажных домах. Необходимость в оказании им медицинской помощи большая. Учитывая то, что проведение капитального ремонта и всех работ заканчивается в настоящее время, и в ближайшее время мы можем ввести в эксплуатацию это учреждение, после соответствующей приемки жители на себе почувствуют о том, что медицинская помощь пришла к ним домой. Работы на объекте идут полным ходом. Глава городского округа Щелково Сергей Горелов поставил перед подрядчиками задачу в ближайшие недели повысить скорость проведения работы и обеспечить выполнение проектного задания точно в срок. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.